Ну вот, наконец-то выбрался я в лес. Дал мне брат такого зверя вот лютого. Пока я свое не восстановлю оборудование. Сейчас это МД-3030. Сейчас будем его испытывать. У меня опыта нет работы с таким. Ну что, будем пробовать. Сигнальчик первый 35-40 был и выкопал вот такой конденсатор электролитический. Вот первая находка. Че, идем дальше. Так, вот был сигнальчик 54-65. Гаечка такая. Че? Тропиночка такая, она не старенькая, просто прогуляться. Сейчас посмотрим, там она на дорожку выходит, там на дорожке вот что-то может будет. Так, сигнальчик 30-36. Это у нас водочная пробка, волшебная водочная пробка. Так, что, побежали дальше. Сигнал 89-92. Вот такое колечко попалось. Ну, очень легкое, похоже на алюминиевое. Я посмотрел, там ни пробы, ничего там нету. Не видно во всяком случае. Ну, это алюминиевое, да, похоже. Что чересчур уж легкое для такой толщины. Но все равно колечек я еще не находил. Пойдет. Все, шагаем дальше. Гильза от мелкашки. Ну, сигнал скакал здорово. От 30 до 90. Я даже сначала не хотел копать. Потом думаю, дай на всякий случай гляну, из-за чего такой разбег большой. Ну, вот такая штука. Вот что. Идем дальше. Такая шайбочка. Сигнал. Значит, как-то она, наверное, так была наискосок. В одну сторону 77-90. А в крест что-то, по-моему, 50 с чем-то до 70. Такой вот разбег тоже был. Ироненький. Черничка растет. Ладно, дальше пойдем. Ура, товарищи! И вот, наконец-то копейка. Так, копейка у нас 1968 года. Ну, поздненькая, ну, вперед. Так, сигнал был 36-40. В принципе, это сигнал пробочный такой тоже. То есть у меня в этих числах примерно эти отводки, пробки все попадают. Ну вот и копейка уже. То есть в любом случае пробки водочные надо копать. Так что, ну в принципе, я и на ТХ 850 тоже пробки все копал, потому что часто монетки попадаются в этом секторе с пробочками. Ну и говорят, что и золото иногда тоже туда же бросает. Так что не ленитесь выкопать лишнюю ямку. Я вот пропускал тоже несколько пробочных сигналов. А оно, может быть, там и монетки были. Кто его знает. Ну что, работает зверек? Работает. Собственно говоря, с учетом, если сколько он стоит, то вообще отлично работает. Так, ладно, побежу дальше.
Так, сигнал 82,90. И у нас туда попало 5 рублей. Ходячка 97 года. Вот такие дела. Все, идем дальше. Ну вот, собственно говоря, находки. Пробки я уж не буду показывать. Колечко 5 рублей и копеечка вот советская 68 года. Этот телефон не фокусируется. Пока с телефона буду снимать. Ну вот, собственно говоря,